Всем привет, я Инга, рада, что ты заглянул на мой канал. Сегодня мы будем с тобой есть помидорчики. Кое-как тарелка поместилась. Вот помидорчики, гречка, винегрет и мои любимые рыбные такие треугольники. Даже и не помню. Ели мы с вами когда-нибудь гречку? Так, секунду. Кетчуп добавим с вами. Какой неприличный кетчуп. Вот теперь. Было жару, блин. А? Сейчас ответим на вопросы. Я помню. Как я их люблю. Ем не так часто, как хотелось бы, но люблю. Айсанат Жмайбаева. Привет огромный. А у вас был страх, когда вы начали снимать мукбанги? Когда я начала снимать мукбанги, у меня не было страха. Потому что до мукбангов я уже почти как 2 года снимала. Вот, поэтому страх не такой был, конечно. Но когда ты начинаешь что-то новое, немножко страшно. Сидишь такой, ешь. Мне как-то разговаривать было очень сложно. Потому что до этого, когда я снимала, я привыкла к динамичному монтажу, все такое. То есть резко говоришь слово. Там обрезка специально вот эта вот сюда. А тут говоришь как есть. Динамичный монтаж на мукбангах не очень прокатит. Я так думаю. Когда картинка приближается, отдаляется, вот это вот слово-слово без молчания. Вот это все обрезать. Я думаю, это было бы прям... Ну, как-то хрен расслабишься, правильно? Это когда скучное видео, типа макияж, еще что-то такое. Можно. Ну, не знаю, для меня макияж немного скучно как-то. Вот в этом я, наверное, не леди, да? Меня утомляют разговоры про косметику. Так, ладно. Мукбанги, мукбанги. Но я быстро втянулась как-то в мукбанги. Одно я знала точно, что я не хочу совсем молчать. АСМР. Тинг. Все такое. То есть на постоянке это сложно. Поэтому даже вот я с итинги смотрела, рассматривала тоже, да.
Иногда, может быть, прикольно было бы снимать. Но мне кажется, моим зрителям что-то все-таки не очень нравится. Один раз я думала, что нравится. А потом через какое-то время посмотрела статистику, аналитику. Такая, все-таки нет, показалось, показалось. А то, что кто подумает, да, вот этот страх. Вообще срать. Потому что всегда будут люди, которые осуждают, что-то говорят фи свое. Но тебе должно быть срать на их мнение. То, что ты хочешь, то и делай. Сейчас думала сказать про один комментарий, такой негативненький немножечко, да? Ну, мне как бы срать на него, но... Просто вам рассказать, какую дичь иногда пишет. Но пока что вот сейчас, на данный момент, все-таки не хочется про это говорить. От негатива. Я испугалась. У меня за стенкой как бы вход с подъезда в ту комнату, и в той комнате слесарня, или как это назвать. Могла бы быть моей комнатой. Ну ладно, не знаю, комната бы не была бы. Но квартира бы там не уместилась. Хотя должна быть еще квартира. Так, я что-то не заметила, как я съела рыбные палочки. Эти. Треугольники. Это болталось. Сач, привет огромное. Я надеюсь, я правильно читаю. Вот. Как у тебя сейчас питание, РПП и т.д.? Никак. Хорошо, что я взяла ложку. Все так же. Ужасно. Ем как в последний раз. У меня до этого все-таки опять было, знаете, такое в основном, что я избирательно немного ем. Вот все, что мне нравится, я ем. То, что не нравится, не ем. А сейчас, в последнее время, все вкидаю в топку опять. Чего ем, не ем? Я пойду попить возьму. Я пришла. Знаете, говорят, когда ешь, не надо запивать. Если бы я сейчас не запила, мне кажется, я бы умерла. У меня прям горечка вот тут вся встала. Так. Мне надо хотя бы оставить. Сейчас 800 мегабайт, хотя бы 600. Не успею докушать. Короче, не знаю, как я с РПП, уже не борюсь. Просто ем, не ем.
когда срываюсь, типа, ну ничего страшного. Переживаю. А на следующий день, блин, лучше бы я не ела. Когда плюсы там огромные. Когда не ем, радуюсь. Я думаю, она не скоро от меня уйдет. Может, вообще не уйдет. РПП. Возможно, я как-то даже не пытаюсь с ней бороться. Ну, то есть, глубоко в душе хочу, а по факту ни хрена не делаю.